Павлодаре стартовал чемпионат Республики Казахстан по боксу. Более 198 бойцов со всей страны будут соревноваться между собой, чтобы попасть в национальную команду. По словам тренера сборной, спортсмены из нашего региона могут навязать большую конкуренцию за места в республиканской команде. Более 20 команд со всего Казахстана приехали на чемпионат, чтобы попасть в сборную. Попадут самые сильные. Из 198 боксеров отберут 52. По словам тренера национальной сборной, самая большая конкуренция в весовой категории 63 килограмма. Здесь самая сильная категория 63-500 килограмм. Здесь в этой весовой категории собрались очень хорошие боксеры, мастера спорта международного класса, чемпионы Казахстана, чемпионы Азии, призеры чемпионатов мира. Вот эта весовая категория самая сильная вещь. Чемпионат проходит по правилам Международной федерации бокса. 3 раунда по 3 минуты. Сильные бойцы приехали из Туркестанской области. Высокие шансы на победу и у павлодарцев. За последние 10 лет у нас много внимания уделялось развитию бокса. Лет 10 назад, может, не могли конкурировать, как бы, да. А сейчас это очень хорошая работа идет. Это заслуга президента федерации Павлодарской области и исполнительный директор Азамат Махажанов. Он вот в течение, не знаю, 10-15 лет, наверное, вот он здесь проводил также, здесь в Павлодаре, в Экибастузе проводились зональный чемпионат среди юношей, среди молодежи. Здесь проходил чемпионат, тоже чемпионат Казахстана в 2016 году здесь тоже, по-моему, проводился. И чемпионат Азии среди молодежи тоже здесь проводились. Так что Павлодар, вот за счет вот этих мероприятий сейчас хороший боксер есть в Павлодаре. На первый чемпионат Казахстана приехал и спортсмен из Петропавловска. Он занимается боксом уже 5 лет. Выступит боец самой конкурентной весовой категории чемпионата 63 килограмма. Очень много, 29 человек в весовой категории. Все сильные бойцы, то есть они все подготовлены, все готовятся, все хотят занять первое место, стать чемпионом. Поэтому для меня все сильные соперники. Все победители и призеры чемпионата войдут в состав национальной сборной Республики Казахстан по боксу. И в следующем году уже будут представлять страну на чемпионате мира и азиатских играх. Ермек Сапаров, Досымбек Тухай, ЕРТС Ахпарат.